26 марта в 15 минут 9 утра в пожарную часть поступил необычный вызов. В молодежном парке между камней Альпийской горки, который венчает скульптура горного барана, застрял человек. На выручку потерпевшему сразу же было направлено подразделение спасателей. По прибытию к месту происшествия мы обнаружили то, что в Олимпийской горке, ну, диаметром где-то 35-40 сантиметров, забрался в расщелину человек. Как он забрался, он пояснить не мог. С помощью аварийно-спасательного оборудования мы, значит, разобрали вход, ну, куда он залез. И, значит, извлекли пострадавшего из каменного мешка. Как выяснилось, 22-летний молодой человек не местный. Он приехал из города Килия для работы на Ильичевском судоремонтном заводе. Учитывая ночную температуру воздуха, пострадавший отделался достаточно легко.